Станешь отрицать, что мир этого создатель благ. Если он и создал тьму, то явно он желал, чтоб было так. Ты не смеешь утверждать, что с тьмой он не способен совладать. Бог всемогущ. Тьма и свет, вот два крыла, несущие в пространстве этот мир. Тьма не воплощение зла, она дана для равновесия сил. К свету тянется росток, но даст его зерно во тьме земли. Допустим, так. Черный маг не тот, кто зол, а тот, кто прибегает к силам зла. Средство подчинив той цели, что быть может и светла. Тот, кому доступен арсенал богини тьмы, тот черный маг. Ее слуга. Слуга и враг. Знаешь ли, что богом тьмы так хизисны, чем песни заперта? А знаешь ли, что маги тьмы и света стерегут ее врата? Я один решился сделать то, за что собратья проклянут. Шагнуть во тьму. Матшера, Рейсли, что с тобой? Неважно, продолжаем разговор. Пожалуйста, изволь. Я вижу долг в тебе сильнее предубеждения. Ты должен в храме завершить лечение. Нет, нет.
этот раз. О большем рано ты все узнала, теперь довольна. Знать хочешь больше? Иди за мною. Там помешаешь или поможешь, волю Бога исполнишь. Решайся. А пока прощай.